Зик и Пюс спасают Нэнет. Пюс, Зик, Альфред, Нэнет. Торопитесь, торопитесь, торопитесь! Только у меня всего за несколько монет вы увидите необыкновенное представление, удивительные фокусы, невероятные силачи, бесстрашная наездница! Спешите купить билеты! Всего за несколько монет представление скоро начинается! А я здесь. Ого! Здорово! Класс! Хотел бы я сходить в цирк. Приходите в мой цирк! Вы не пожалеете! Всего несколько монет, и вы будете смеяться так, как не смеялись еще никогда в жизни! На цирк у нас с тобой нет денег. Значит, нужно одолжить. Выручай, Альфред. Я кое-что придумал. У меня есть отличная, почти гениальная идея. Пошли. О, детишки хотят в цирк. Проходите, пожалуйста. Жаль, не вышло. Не расстраивайся. У меня есть план. Мы с тобой должны сделать обыкновенный подкоп. Вами выступит наша звезда, бесстрашная акробатка, юная Нэнет. Жонглировать никогда не сможешь. Кто, я? Да мне стоит только захотеть. А это мне, это тоже мне, и это мне. А,
Простите, не могли бы вы дать немного денег, чтобы купить сено для пони? Он не ел уже несколько дней. Тихо! Это голос Нэнет! Деньги, которые вы мне давали, уже кончились. Это оно! Что значит кончились? Ты, наверное, считаешь, что я миллионер? Надо больше работать! А ты думаешь только о еде! От тебя одни убытки! Ты ужасная лентяйка! Вместо того, чтобы репетировать, приходишь ко мне клянчить деньги! Сделай несколько пируэтов! Давай! Раз, два, еще! Извините, больше не могу. Я устала. Да ты просто симулянтка! Ой! Вы об этом пожалеете, несносные мальчишки! Ой, больно! Ну, погодите, я вам покажу! Стойте! Ах, вы хулиганы! Ой, да ну! Спасите! Спасите! Убивают! Бегите сюда, я спрячу вас! Нас зовут! Какие мерзавцы! А они мне заплатят за все! Сполна! А тебя я зажарю! Проклятый пингвин! А? Помогите! Помогите! Эй, Альфред! Сюда! Зик, Пьюс, Альфред. Нэнет. Почему ты все это терпишь? Я бы давно уже сбежал. Это невозможно. Я работала в цирке с родителями. Мама была акробаткой, а папа клоуном. Но вот однажды мама сильно простудилась и умерла. Папа начал пить, упал с высоты и разбился. Я осталась одна. Мне не на что жить. У меня есть только повозка и еще пони. Если я откажусь работать на хозяина, я умру от голода. Не надо плакать. Хочешь, будем друзьями? Альфред! Мы тоже одни. А как же вы живете? Весело! Пошли с нами! Куда? Не все ли равно? Вот увидишь, мир прекрасен! А как же мы выберемся? Незаметно.
На просторе среди лугов и полей мне с друзьями дышит целый день. Живем без крова, ночуем день один, но дружбы и свободы никогда не предадим. Но дружбы и свободы никогда не предадим. Скрипит колесами фургон и пони нелегко, но знаю я и знает он привал недалеко. Напьется пони из ручья и отдохнет в тени. Не знает он, не знаю я, мы были не одни. На просторе среди лугов и полей мне с друзьями дышит целый день. Живем без крова, ночуем, где ходим, но дружбы и свободы никогда не предадим. Но дружбы и свободы никогда не предадим. Пингвин, не правда ли, дорогой? А? Где же моя? Где же моя сумочка? А ну, признавайтесь сейчас же, голодранцы, кто из вас украл сумочку? Говорите, если не хотите оказаться в тюрьме. Ну, может быть, а это не они украли. А где Нэнет? Понятия не имею. Скоро мы будем богаты. А, да. Богаты. Обожаю камушки. Где же она?
что-то случилось! Бежим! Тебя кто подослал? Говори! Признавайся, или тебе будет плохо. Ну-ну, ты решила молчать. Напрасно, ты еще не знаешь, с кем связалась. Давай посадим ее в подвал, там ее съедят крысы. Да нет, лучше я ее сразу прикончу. У меня есть план. Говори! Надо их выманить из дома. Смотри. Пошли, надо проверить. Я знала, что вы меня спасете. Мы никогда не бросаем друзей в беде. Никого? Странно. Слушай, а может это ветер, а? Ага. Надо кончать с девчонкой. Да. Они возвращаются. Что же делать? Там стреляют или мне послышалось? Тебе не послышалось. Там стреляют. Вперед! Эх, лампочки все кончились. И сигара погасла. Похоже, у них кончились патроны. А в доме остались наши деньги и драгоценности. Иди, я тебя прикрою. Придумал. Нанет, сюда. Сиди тихо. Thank you.
мадам, вот ваша сумочка. О, большое спасибо. Вы не меня должны благодарить, а вот этих смелых детей. Я была совершенно уверена, что они не виноваты. И оказалась права. Кстати, все трое круглые сироты. Дорогой, ты не будешь против? Я тоже подумал об этом, дорогая. Девочка, подойди ко мне. Ты согласна жить с нами? Если хотите, оставайтесь все. Уверена, вам у нас будет хорошо. Нет, большое спасибо. Мы привыкли жить так, как нам нравится, поэтому мы не можем остаться, извините. Извините? Что ж, очень жаль. До свидания, Зик. До свидания, Пюс. До свидания, Альфред. До свидания. До свидания. Нене. Будь счастлива. Продюсер Владимир Репин. Режиссеры Роман Митрофанов, Леонид Пожидаев. Композитор Андрей Батурин. Над фильмом работали Александр Панов, Инна Иванникова, Наталья Мальгина, Наталья Дунаева, Андрей Кокарев, Наталья Курская и другие. Фильм дублирован фирмой СВ «Дубль» по заказу кинокомпании «Argus International» в 1997 году.